За неправильную атаку соперника Маруш Штрахов на каждом игроке команды «Покер Старт» Константин Ельцев, номер 50.
Передача Александра Дуэнера, 17-й. Шайбу запросила Роман Чинбаров, номер 74-й. Thank you.
Thank you.
Выходить! Thank you.
до отца доезжает, бля, вы смотрите, ну что он делает? Сейчас так же будет хуярить. Ну ты что ты делал, бля? Не сама разговаривай. Заполчок соперника кружку. Малый штраф показал игрок команды «Сокол» Артем Минаев, он отразил первый. Команда «Сокол» стартует в секунду перерыв. Дай мне дальше, чтобы у него подошло.
Передавший Александра Морозова, номер 83. Сергея Зубкова, номер 9. Шайбу забросил Станислав Камилюн, номер 8. Уважаемые болельщики, компания «Фенербах» и организатор турнира определили лучших игроков сегодняшней встречи. Ими стали Кристиан Руба Сода, Роман Михеев, номер 18. Поздравляем команду «Покерстар» с тяжелой победой. Благодарим команду «Сокол».